Что можно успеть за 5 минут? Поговорить по телефону, убрать рабочее место и определить состав сырой нефти. Разработка ученых Казанского университета позволяет это сделать за несколько минут, тогда как стандартный метод занимает неделю или даже больше. При традиционном методе определения состава нефти множество процедур приходится делать вручную. Это сказывается на изменении его свойств. Новый экспресс-тест определяет состав нефти автоматически. Так исключается возможность ошибок и временных затрат. Основано на том, что измерение проводится автоматически на приборе, и человеческая ошибка, она уже здесь нивелируется. Еще один важный момент, то, что не нужно применять какие-то дополнительные химические реагенты. Это тоже является одним из преимуществ этого метода, что, соответственно, требует меньших затрат на его выполнение. Данный метод может заменить существующие стандартные методы анализа группового состава. Совместные работы в данном направлении с университетом ведет компания «Транснефть». Им первым удалось испытать уникальную разработку. Мы его сейчас уже начинаем применять в практике для тех нефтей, с которыми сейчас проводится исследование в Казанском университете. У нас есть определенные взаимодействия и проекты с нефтяными компаниями, которые транспортируют нефть, как раз для того, чтобы его в дальнейшем внедрить в их практической деятельности. Исследования казанских ученых на данную тематику заметно расширяются, а новую разработку уже активно используют на практике. Следующим этапом работы исследователей станет определение состава парафинов. Энджи Минибаева, Эльвина Губайдулина, Универньюз.